День добрый, уважаемые подписчики, зрители канала «Самогонщик с Урала». Ну, сегодня продолжим эпопею с нашими брусками, с яблоней. В прошлом мы их карамелизировали, сделали, напоминаю, это апельсин, это у нас сок винограда, а это... Вишня, а это виноград и яблоко. Вот баночки я подписал сразу же, чтобы не запутаться. Сегодняшнее число, градус, который там находится. Ну и, собственно, добавляем бруски, закрываем банки и убираем минимум на неделю. Потом посмотрим, что у нас получится, какой будет эффект от этого. Ну и в процессе, пока я загружаю данные бруски, так буду потихонечку, хотел бы рассказать небольшой анонсик своих будущих видео. В нашем совместном проекте с Азбукой Винокура готовится настойка кальвадос на яблоках сушеных. Рекомендую посмотреть по мере выхода. А чтобы не пропустить данное видео, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Также посетите сайт Азбуки Винокура, с которых я беру рецепты приготовления настоек. На этом мое коротенькое видео я заканчиваю. Всем большое спасибо. Ставьте пальчик вверх, если понравилось. Видео коротенькое. Дегустацию продукта выложу отдельно, потому что, сами видите, пить не перепить. Ну и так как сегодня пятница, чтобы изделия получились вкусные, а пятница, хоть это маленький праздник, но постоянный, предлагаю выпить за это, за ваше здоровье. Настойку бородинскую. Также рецепт взятый с сайта Азбуки Винокура. Ой, вкуснятина. До свидания.